На канале «Россия-1» состоится долгожданный показ военной драмы «Зулейха открывает глаза». Сериал будет состоять из 4 серий, каждая из которых поведает об одном из этапов жизни Зулейхи. Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Часть 1. Мокрая курица. 1-2 серии. Сюжет начинается с описания семейной жизни татарина Муртазы, являющегося 60-летним крестьянином и 30-летней Зулейхи, проживающих совместно с матерью мужа Уперихой, которая потеряла зрение. Дети в семье отсутствуют, домашнее хозяйство лежит полностью на плечах молодой женщины, над которой издевается злобная и капризная свекровь. В один из дней Упериха представляет сыну доказательства нападения на нее Зулейхи, за что муж избивает женщину, которая безропотно переносит все тяготы семейной жизни. Муртаза узнает о планируемом изъятии у крестьян имущества и продуктов, в то время как мать упивается воспоминаниями о пережитом голоде. У мужчины рождается подозрение о том, что в прошлом Уприха в голодные годы съедает своих старших детей. Зулейха с мужем отправляется на кладбищенский погост с целью сокрытия в могилах их умерших детей зерна. Однако, на обратном пути они оказываются задержанными красноармейцами, которые расстреливают мужа Зулейхи, а затем арестовывают и саму Зулейху, прихватив из дома все ценное имущество. Часть 2. Куда? В дорогу. 3-4 серии. Героиню распределяют в спецкараван, который отправляется в Казань, где помещают на месяц пересыльный дом, расположенный в помещении бывшей церкви. Здесь происходит знакомство Зулейхи с одним из осужденных, являющихся профессором-хирургом Вольфом Карловичем Лейбе, оказавшимся арестованным по доносу собственной домработницы Груни, оставшейся после задержания хозяина собственницы его квартиры. Через месяц заключенных отправляют эшелоном в Сибирь, командование которым осуществляет Игнатов совместно со смотрящим вагона Горелым. В пути арестованных сопровождает ежедневная смерть детей, а также несколькими заключенными совершается побег. В этот момент Зулейха узнает о своей беременности. По прибытию в Красноярск заключенных помещают на баржу, которая во время шторма тонет, а сумевших выжить людей размещают на берегу Ангары. При этом Игнатов назначается комендантом лагеря. Премьера новых серий состоится 13 апреля на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.